Ира, скажи, пожалуйста, как для тебя это было? И что такое для тебя текст силы? Но мне было сложно вначале. А потом это была как такая хорошая прогулка в компании. И я очень рада, что мы были вместе на этом пути. Вот, а текст силы для меня... Вот это как воспоминание о том, кто я такая. Провозглашение жизни, я не знаю. Ну, наконец-то возвращение к себе. Вот для меня это было так. Здорово, спасибо.